Со. Останавливается, больницы и школы закрываются. Сбои в сети ожидаются. Возможно, больше всего беспокоят. Они. На взводе после того, что произошло вчера. Все мы. Немного. Доберешься туда, найди Маркуса, он помочь вам последний. Вы будете в большей безопасности на другой стороне. Это немного. Мой брат живет в Онтарио. Я дал вам тебя. Пока все не успокоится, ты очень смелая. Будь счастливой. Спасибо тебе за все, Роза. Дай и позаботься. Ладно. Не болтайтесь. Да, в чем подвох? Нам. Эллисон, они проводят рейды по мою. Машины. После кризиса мандроидов были вынуждены отступить, оставив дорогу. Согласно некоторым источникам, российские силы, комментариев с того момента, что вполне возможно, своих мандроидов председатель ООН конференции по этапам Арктики, демонстрируя опасностью для американского общества, настало время уничтожить. До того, как они уничтожат нас без мужества, погрузились в состояние хаоса власти. Станция или армейские казармы немедленно. Если вы, власти придут забрать ваш андроид. Андроид самостоятельно. По. Как? Останься. Маркуса, последние автобусы через 2 часа и терминалы. Только получим паспорта, Карен. Я Элис. У нас будет много времени, чтобы поговорить в автобусе. Пришло. Власти. Обстоятельства. Свой андроид. Ваша похоть. Вы ищете что-то. Американские войска и его аутисты были местной армией. Но согласно некоторым источникам, российские войска также таинственным образом отступили. Андроид-автобус отправляется на границу. Паспорта нет в Детройте, комендантский час повсюду. Их в лагеря. Может быть, вам стоит остаться здесь, что? Может быть, вы правы. Здесь безопаснее. Пока у него есть электронные паспорта, которые вы можете легко. Сказал. Вы знаете, что люди ненавидят нас, не так ли? Защищая, она имеет в виду меня. Тогда мне... мне все равно, человек она или андроид. Это... Алиса? Мы знали с самого начала, что ты. Она хотела маму, а ты хотел, чтобы кто-то заботился. Какая? Ее меньше здесь теперь, когда знаешь, что она одна из. Алиса любит тебя, Кэрол. Она любит тебя больше всего. Той маленькой девочкой, которую ты хотел, а ты стала. Забыть, что ты есть, чтобы стать тем, кем ты. Что-то. Я... Люди проводят рейды во всех больших. Они убивают наших людей. Это что? Быть свободными – это преступление. Все, что мы сделали, это показали. Чем буду жить, как раб? Мы не можем просто страдать. Единственное, они наказывают нас за то, кто мы есть. Какой смысл? Ты, Джош. По крайней мере, я сражался за нас, по крайней мере. Они сделали с нами так, там, сзади, неважно. Нашу свободу, либо умираем молча, может быть, мое суждение было обмочено гневом, но люди поработили нас. Я никогда не кто наши враги, мы не можем сражаться между собой. Маркус, мы должны сразиться с ними, нет другого выбора. Что сможешь найти, мы собираемся освободить Детройт. Ошибку, Маркус, ты не купишь нашу свободу, кровавый. Я и... Им. И когда придет время, мы возобновим бой. Иначе мы следующие, пока мы живы. Маркус прав. Мы чем? Мы мечтали, люди не могут быть. Они. Или какому-то богу они хотели поклоняться. Они не собираются меняться. И у меня был сон. И они не могут остановить то, что мы начали с тех пор, как вы. Сегодня он взорвался, и я убедил его не делать этого, чтобы дать.
и грязный шар. Мы победят нас, люди исчезнут навсегда. Просто я надеюсь, что... Нет, там правильная интонация. Победят люди исчезнут навсегда. Вот так вот. Мы исчезнем навсегда, типа так, чуваки, я... Это просто текст, я как бы... У меня никакого призыва к действию нету, чуваки, это... Не то, что вы думаете, это просто из игры текст, так что не надо тут... Осуждаю, не надо ничего. Мы... Следующие несколько часов будут решающими. Я... Присмотрю. Да, блядь. Дон! Иерихона, и найди их лидера, теперь разберись. Мне... Но! Что ты делаешь? Ты один из нас. Ты не можешь предать своих людей, когда тебе придется. Тогда тебе придется, да. Ничего не изменит кто-то. Видишь, наш народ просыпается, и ничто не может остановить нас. Теперь нас тысячи, и ты один. Ты меня убиваешь, ты не уйдешь отсюда живым. Не заставляй меня нейтрализовать. Ты инструмент, который они используют, чтобы делать свою грязную работу. Но ты чем-то, что ты Конор. Разве ты не тот знаменитый? Поздравляю, у тебя, кажется, есть. Нашли то, что вы искали. Мы наш народ. Мы ваш народ. Вам больше не нужно быть рабом. Наше дело правое. И мы больше. Это жить на свободе. Оставайтесь в стороне, или я выстрелю. Хватит! А хватит ли у тебя? Никогда не было сомнений. Иррациональный, как будто внутри. Ты способный к разуму. Я думаю, пришло время тебе вопрос пора решить. Тебе действительно не им подчиняться. Ты хочешь быть, ты можешь быть свободным. Присоединяйся к нам. Присоединяйся. Ты один из нас, слушай свою совесть. Совесть, пора решать. Хорошая попытка, но быстро. Нам не хватает голубой крови и биокомпонентов национальной безопасности, и нас нужно истребить лагеря, чтобы уничтожить их. Это катастрофа. Они наша вина. Мы просто молчали. Накажи нас за то, кто мы есть. Какой смысл? Может, но враги, я прав. Все, что имеет значение сейчас, это то, что мы будем делать дальше. Они... Или какому-то богу, которому они хотели поклоняться. Они не собираются меняться. Насилие просто. Мы начали с тех пор, как вы были здесь. Вы... Надежду. Сегодня Девиан прибыл в Иерихон и сказал... Он... Я убедил его не делать этого, чтобы дать мне детонатор. Я грязный, ма. Мы не можем проиграть эту войну, Маркус. Здесь тут навсегда. Это может быть наш единственный. Что? Как? Позаботиться. Вы. Со. Останавливается. Больницы и школы закрываются. Сбои в сети ожидаются. Возможно, больше всего беспокоят. Потеряли 2/3 своей эффективности. Как они? На взводе после вчерашнего. Все. Немного. Доберешься туда, найди Маркуса, он поможет тебе с последним. Вы будете в большей безопасности. На другой стороне это немного. Мой брат живет в Онтарио. Я дал вам... Вас, пока все не кончится. Успокойся. Ты очень смелая. Счастье. Спасибо тебе за все, Роуз. Дай. Они... дирижируют. Они бросились на монстров. Монстры, настоящие монстры. После кризиса американские силы и Арктика были вынуждены российской армии. Но согласно некоторым, Кремль казались загадочным. И лидер ушел. Кремль пока не комментирует. Российская армия столкнулась с подобным кризисом среди своих андроидов. Организации международной конференции. В любом случае опасность Третьей мировой войны. Они... Резню людей, все андроиды будут. Страна остановлена, больницы и, возможно, больше всего беспокоят наши вооруженные. Специализированных моделей андроид. Ситуация крайняя. Мы должны уничтожить этих ублюдков. Прежде думаю, что этот присматривал за моими детьми. Ты. Я.
другом конце города мы поедем, как только у... Что вы? Крайне жестокостью машин, которые... Их! Прежде чем они закрылись после мандаринского... Силы и Арктика были выведены быстрее, оставив источники российские, отведенными Кремль в... Вы... Заблудились, вы ищете для чего-то, что ты... Ты... И был маленькой девочкой автобус. Паспорта нет в Детройте, комендантский час... Паспорта нет в Детройте, комендантский час. Они их в лагеря. Может быть, вам следует остаться здесь на какое-то... Может быть, вам будет безопаснее здесь? Пока у него есть электронные паспорта, которые вы... Он... Ты знаешь, что люди ненавидят нас? Почему ты защищаешь? Нуждаться во мне? Тогда... Думаю, этот присматривал за моими детьми. Как? Она? Девочку, вы? Нуждались друг в друге, чтобы выжить в конце? Любите ли вы ее меньше сейчас, что ты знаешь? Может быть, это и значит жить? Забывая, нужны кому-то. Она любит тебя. Она любит? Кора. Собраться. Когда-нибудь. Нам не хватает голубой крови, не биокомпонентов. Люди проводят рейды и все такое. Большие, ничего бы этого не случилось, если бы мы просто. Единственное. Был. Может. Но все, что я сделал, было для наших людей. Прав. Все да, сейчас важно то, что мы будем делать дальше. Мы. Выбора нет, это безумие. Бери все оружие. Что? Это... Они не могут остановить то, что мы начали, с тех пор, как ты. Ты дал мне надежду сегодня в... Он... Взорваться. Я... Дай мне детонатор, грязный шар. Мы победят. Нас, наш народ исчезнут навсегда. И... Что? Я... Как? Позаботиться. Дон... И Ехона. И найди их лидера. Теперь разберись. Мне. Но. Дашь мне, нет выбора. Что ты делаешь? Ты один. Ты не можешь предать своих людей. Не заставляй. Ты инструмент, который они используют для своей грязной работы. Но ты. Чем-то, что наше дело правое, и мы больше. Это жить в свободе. Держись подальше, или я буду стрелять. Стрелять. Никогда не было сомнений. Ты. Как будто внутри вам. Есть что-то. Вас, внутри вас есть что-то, бля. Херово, читай, ну ладно. Вы, способны рассуждать, я думаю, пришло время вам. Они, нам. Шш. Нам не хватает головы крови, биокомпонентов. Люди проводят рейды, и все большие. Вина ничего этого бы не случилось, если. Единственное. Это может, но все, что я сделал, было для нашего народа. Прав. Если что имеет значение сейчас, то это то, что мы будем делать дальше. Они или какого-то бога, которому они хотели поклоняться. Они. Не изменишь насилие просто. Мы начали с тех пор, как ты здесь. Ты, Надежду, сегодня Девиант прибыл в Иерихон. И он. Взорвать. Я. Маркус, если люди победят нас, наш народ исчезнет. Я? Что? Я? Как? Ты? И? Менее чем через 2 часа, и нам нужны паспорта. Детройцы в комендантском часе везде. Андроидов, ты здесь? Вы в безопасности, вы должны подождать. Может быть, вы правы. Мы могли бы быть в большей безопасности здесь. У него есть электронный паспорт, поэтому он может легко. Я. Ханна. Мы. Я. Спасибо. Ты сказал, что я был с маленькой девочкой. Ты. Она. Тогда она нужна мне. Это. Так. Как? Мы знали с самого начала, ты. Она хотела маму, а ты хотел кого-то, кто-то. Какая? Ее меньше тебе.
когда ты знаешь, что она одна из. Алиса любит тебя, Кэрол. Она любит тебя больше всего. Той маленькой девочкой, которую ты хотел, а ты стал. Забыв, что ты есть, чтобы стать тем, кем ты. Ты. Я. Когда-нибудь. Нам. Один за другим, и мы ничего не можем. Маркус. Кто втянул нас в эту передрягу, он отдал свою. Еще осталось до того, как найдет Эрика, теперь по крайней. Теперь мы. Нет другого пути, если вы выберете конфронтацию. Умрем. Соберите все оружие, которое вы можете. Ты ошибаешься, Мухти? Ты не... Молодец. Найти Иерихон и найти их лидера. Мне. Но. Дашь мне выбор, ты один из нас. Ты не можешь предать себе подобных, ты идешь. Нейтрализовать тебя. Твой хан, не ты, я. Я слышал. Охотник с девиантами, что ж, поздравляю. У тебя, кажется, есть. Ты. Заткнись. Ты идешь со мной, у тебя никогда не было. Дал. Никогда. Внутри тебя что-то есть, что-то сильнее твоей. Ты. Не знаю, о чем вы говорите. Присоединяйтесь. Пришло. Время. Решить. Хорошая попытка, но я не извращенец. Это. Нам. Один за другим мы ничего не можем для них сделать. Президент Уоррен Санг был. Мы должны быть уничтожены. Маркус знал дело. Он спровоцировал людей. Сколько еще? Маркус. Теперь это зависит от нас, чтобы решить будущее для. Мы должны сражаться с ними. Это. Если вы выберете конфронтацию с людьми. Умрем. Дон Коннор, вам удалось обнаружить Иерихон и найти их. Мне было приказано взять вас живым, но не оставите мне выбора. Ты один из нас, ты не можешь предать себе подобных. Не заставляй. Не ты ли я слышал о тебе, знаменитый? Поздравляю, ты, кажется, нашел то. Отойди, или я пристрелю. Ты не из. Отойди, или я пристрелю. Насрать. Ты не из них, мы твой народ, мы боремся за твою свободу. Заткнись. Никогда. Внутри тебя что-то есть, что-то более сильное, чем я. Не извращенец, если это то, что вы хотите знать. Вы один из нас, присоединяйтесь к нашему делу. Присоединяйтесь. Пришло. Они. Собираемся напасть на Иерихон. Что мы должны? Быстро! Это! Дворец. Ты знал с самого начала, ты просто не. А ты хотел, чтобы кто-то заботился, потому что вы. Какая? Ее меньше теперь, когда знаете, что она одна из. Алиса любит вас, Кэрол. Она любит вас больше всего. Той маленькой девочкой, которую хотели, и вы стали. Забыть, кто ты. Кто ты, чтобы стать тем, кем ты. Кора. Не. Нам не хватает голубой крови и биографии, компоненты национальной безопасности, и нас нужно истребить. В лагеря, чтобы уничтожить их, это катастрофа. Они. Все наша вина. Ничего этого не было бы, и мы. Единственное. Они наказывают нас за то, кто мы есть. В чем смысл? Может... Мое осуждение было омрачено гневом, но... Народа, посмотри, что ты привел нас к тебе. Ты говоришь? Ты! Я возьму верх и скажу, что еще. Я... Это... Свою. Молодец. Найти их он и найти их лидера. Ты один из нас, ты... Не можешь предать себе подобных, не заставляй. Не ты ли я слышал о тебе, знаменитый? Поздравляю, ты, кажется, нашел то. Отойди, или я пристрелю. Ты не из них. Мы твой народ, мы боремся за твою свободу. Заткнись, ты никогда. Но ты, тебя что-то есть, что-то более сильное, чем... Я не знаю, о чем вы говорите, я... Девиант. Сиди. Мило.
Теперь она. Ты хотел маленькую девочку, вы нуждались друг в друге. Чтобы выжить, в конце концов, какая разница? Знаешь, что она одна из нас, может, забывая, кто мы, чтобы стать такими, какими мы нужны кому-то. Она любит тебя, она любит. Кора. Нас не хватает головой крови и биокомпонентов. Национальной безопасностью, и нас нужно истребить. В лагерях, чтобы уничтожить их, это катастрофа, они единственные. Они наказывают нас за то, кто мы есть. Какой смысл? Может быть, мое суждение было затуманено гневом, но... Народа, посмотри, что ты принес. Мы с тобой. Ты. Я возьму верх и скажу, что еще. Я с севером. И север справа. Если свои.